У людей с этим знаком на ладони особенная судьба. Можете проверить свою. Ни для кого не секрет, что судьба человека хоть и загадочна, но главное, ее повороты зашифрованы на руках. Хиромантия – расшифровка линий на руках. Кто-то может не верить, но люди, умеющие читать и трактовать знаки, предостерегут о большой беде или расскажут об огромном счастье. К примеру, в линии на руке могут поведать о том, как долго будет жить человек, когда ожидается брак, количество детей и прочее. Иногда на руке можно найти загадочный знак в виде буквы М, что обозначает М на ладони. Эзотерики считают, что если на вашей руке есть знак, напоминающий букву М, то вам невероятно повезло. Такие люди просто обречены на успех. Но тут есть нюанс. Успеха удастся добиться только в случае, если вы найдете дело всей своей жизни и будете развиваться. Кстати, как правило, такие люди отличаются мудростью. У них есть дар с невероятной точностью распознавать ложь и выводить на чистую воду подлецов. Хиромантия говорит, что имеет значение то, на какой руке находится этот загадочный символ, активный или пассивный. Если М на активной руке, то это говорит о том, что человек крайне необычный, имеет яркую индивидуальность и бесстрашно следует поставленным целям. Как правило, таким людям чужое мнение не указ. Для них главное интуиция и личные навыки. Если же линии сложились в М на пассивной руке, то такой человек творческий, и ему очень важно развивать свои навыки, умения, способности. Кроме того, такие люди зачастую очень добрые, бескорыстные и всегда придут на помощь. Что означает буква М на двух ладонях? Бывают крайне редкие случаи, когда буква М на двух ладонях сразу. Эзотерики отмечают, что это очень большая редкость, ведь таким людям госпожа Фортуна не просто улыбнулась, а несет на своих руках всю жизнь. Этим везунчикам остается лишь плыть по течению и наслаждаться успехами. В этом случае главное не сильно задирать нос и прикладывать хоть немного усилий, ведь успех любит тех, кто старается. Важно поставить цели и остерегаться необдуманных поступков, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь. Обратите внимание на свои ладони и внимательно их рассмотрите. Обратившись к такому учению, как хиромантия, линии на руке помогут узнать, что именно для вас подготовила судьба.